сзади, навстречу к руке. Бум. Второй шаг будет с правой ноги. Мы ее не вставляем перед левой, она встает рядышком. Потом опять будет шаг с левой. И ноги будут делать следующее. Плие, выход. И собрать вместе. Угу. То есть, если только ноги мы распрыгнулись и пошли. Левая, правая, левая, та-та-та. Угу. Руки. Первый шаг. Бит. На второй шаг. Правой ногой плечо рисует кружок, забрасывается вперед. Рука у нас уходит, опускается вниз. Раз, два, три, четыре. Угу. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Дальше на четвертый шаг ладони раскрываются. Та-та. Садимся в плие, раскрытые ладони. И собираем ноги вместе. Руки собираем в ладони в кулак и держим руки на уровне плеч. На уровне чуть выше грудной клетки. Как только мы оказались в этом положении, руки у нас будут ползти потихонечку вниз, и грудной клеткой кто-то из ребят делает голову прямо, кто-то больше кругом. Бум! Небольшой акцент, и руки начинают уходить вниз. Угу. Еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 8. Раз, два, три. На три руки уходят у нас вниз, и мы делаем небольшую пружинку. Пам! И распрыгиваемся. Кто-то из ребят больше на правую руку, на левую уходит вперед, кто-то наоборот с правой начинает. Но смысл в том, что нам нужно со собранных ног распрыгнуться на более широкий. Вес уходит на левую, правая рука уходит на левое бедро, заворачиваем ее сюда. Вторая рука, левая, у нас идет к голове. Вот такое положение. Смотрим мы тоже в сторону руки. Пам. И дальше. Отводим руку. Корпус у нас уводится назад. То есть мы вес начинаем переносить на заднюю ногу. И вот эта рука, наша правая, она ползет по телу наверх. Ребята поднимают здесь футболки. Или там что-нибудь где-то. Вот этим движением. Отклоняясь назад. То есть пам. Пам. На 7 и 8 у них перестроение. Они перебегают на новые точки. Соединим еще раз этот кусочек. 5, 6. 7, 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и восемь, раз, два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше, следующий фрагмент, мы опять раскрываемся, плие на согнутых коленках, правый локоть бьет в сторону, и правым плечом мы разворачиваем корпус сюда, пам, рука на базе. А, даже не на базе, они прямо удерживают себя четко вот здесь за бедром, прям практически между ног. Раз. Дальше на опять музыкальный акцент меняется сторона, меняется рука. То есть левый локоть, левое плечо, правая рука здесь лежит по боку. Да. Пам. Дальше у нас есть маленький замах для того, чтобы оттолкнуться правой ногой от пола. То есть мы сделали там, сделали там, так. Этот толчок. Оттолкнулись и выпрыгнули. Па-па-па. Угу. Левая рука, некоторые ее не делают, некоторые делают. Она помогает нам себя развернуть. То есть мы ее заходим, и локоть помогает нам развернуться полностью к зрителю спиной. Мы стоим в полоборота, то есть чтобы было хорошо видно нашу спину. Но не совсем полностью, а вот диагональ небольшую. Как только мы всегда развернулись, руки у нас идут на базу, и мы на правую ногу будем переносить вес. Пам. И делать следующее движение. Пока объясню, вот это центрально. Пам. Правое плечо будет уходить назад. То есть с него начинается движение. Пам. Правое плечо уходит назад. К нему там же идет левое. И начиная слева, мы заводим ногу обратно. Правое, левое. Правое, левое. То есть правое, правое, левое, левое. И мы как бы делаем такое круговое небольшое движение грудной клеткой и спиной. То есть раз на этом движении ушло правое плечо назад, мы грудную клетку вывели вперед, а потом через левое плечо закинули вперед. Один такой кружок мы делаем долгий, то есть мы раз, два, три, четыре, второй более быстрый, пять, шесть, и дальше мы снова будем отталкиваться правой ногой от пола и бить правым локтем в сторону. Так как мы стоим
стояли спиной к зрителю, мы делали эти повороты отсюда. Получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. То есть мы отталкиваемся правой ногой и восемь. И должны повернуться четко в диагональ. То есть не в центр на зрителя, а в правую диагональ. Левая рука у нас сразу согнута в локте перед собой, сжат в кулак. Второй рукой мы будем бить по какой-то из существующей поверхности. Движение будет следующее. То есть только мы сюда развернулись, и мы шагаем с правой ноги назад. Пам, пам, пам. Угу. То есть мы бьем раз, вниз. По маленькой паузе, два подряд. Пам, пам. Угу. Собираем вторую часть. И раз, та, поворот. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. Пробуем под скорость 80%.